Сегодня официально зарегистрированная компания «Клуб лидеров. Лучший выбор» объявила о старте продаж уникального IT-продукта, а именно это рассыльщик по скайпу. После простой регистрации и активации программы Silver, пакет Silver, который стоит всего лишь 0,02 биткоина, что на сегодняшний день примерно составляет $20, причем единоразово, в своем личном кабинете переходим на вот эту вкладочку IT-продукт. Вкратце скажу, что понравилось мне. А какие особенности? Это цена, да, $20 единоразово. Нет никакой месячной оплаты. Все дополнительные обновления этой программы будут бесплатные и так далее и тому подобное. Второе, простота в использовании, разберется даже школьник. Доставка сообщений, это очень важно. 100%. Сейчас таких программ просто нет. Есть еще одна программа, но она очень-очень дорого стоит. Это же единоразово $20 и доставка сообщений 100%. Эта программа работает без запуска самого скайпа. То есть сам скайп вам запускать не надо для того, чтобы делать рассылку. И пятое, это отличный заработок, если вы будете рекомендовать эту программу и продавать этот рассыльщик. Да? По линейному маркетингу платят 25% с 5 уровней. И плюс есть еще и матричный маркетинг, в котором можно заработать в 31 раз больше, чем вы оплатили за вход. И вкратце скажу, как бы двух способов заработка клуб лидеров. Первое, люди, которые любят именно матрицы, матричники, они рекомендуют и приглашают в официально зарегистрированную компанию щедрым маркетингом и уникальным IT-продуктом. А люди, которые любят MLM-продажи, да, именно лидеры, то есть продавать какой-то именно товар, они всем рекомендуют эту программу, то есть уникальный скайп-рассыльщик по щедрой программе вознаграждения. Как я сказал, 25% с 5 уровней и плюс там еще по матрице очень и очень шикарное вознаграждение. Более подробно с функциями этого рассыльщика вы можете ознакомиться на этой страничке, где все расписано подробно. Кроме того, будут обновления, будут дополнительные функции в следующих версиях бесплатно. И нажать на кнопочку «Скачать». И давайте быстренько попробуем ее установить и запустить, и посмотреть действие, что она умеет и как хорошо она рассылает сообщения. Здесь выбираем нашу, вашу операционную систему. У меня Windows 7. Нажимаем на Windows 7. Нам предлагают скачать архив. Нажимаем кнопочку ОК. Скачиваем. Вот. Есть скачка, быстро, он не тяжелый, нормальный. Да, открываем папочку туда, куда мы скачали. Обновляем папочку, вот наш архивчик. Правой кнопкой мыши извлечь текущую папку. Вот у нас появился архив, можно уже грохнуть, он не нужен. Удалить. Открываем MLM Bot. Находим exe-шный файл, так он вот выглядит. Видно, да? Сразу же для удобства нажимаем правой кнопкой мыши. Здесь отправить и рабочий стол создать ярлык. Нажимаем эту кнопочку, чтобы потом мы его не искали. Вот она у нас появилась. Переносите в нужное место. Все, в принципе, нам это уже не надо. Закрываем и два раза теперь кликаем на ярлычок. Два раза кликнули. Вот происходит сам запуск программы. Так как я ее уже пользовался, меня сразу авторизировало, у вас при первом запуске появится вот такой вход, где вам нужно будет ввести свой e-mail, который вы указывали при регистрации в клуб, в клубе лидеров, и пароль, который вы придумывали при регистрации в клубе лидеров. То есть, грубо говоря, от личного кабинета вот от этого. При регистрации, что вы тут придумали, какой вы указали e-mail и какой вы придумали пароль, чтобы входить в свой личный кабинет в клубе лидеров. Я думаю, это понятно. Еще раз, e-mail и пароль. Все, больше ничего не надо здесь вводить. Итак, вводим. И обратите сразу внимание, здесь внизу, кому что будет неясно по этому ML-боту, есть скайп-чат поддержки. Все, ввели e-mail, пароль. Нажимаем кнопку «Вход». Здесь у вас не будет ничего, но у меня уже есть один скайп прописанный. Вы нажимаете на кнопочку «Добавить скайп». Здесь вы указываете логин и пароль от своего скайпа. И нажимаем на кнопочку «Добавить».
Идет загрузка, программа подгружает ваш скайп. Причем в это время ваш скайп может быть полностью выключен. Не обязательно скайпы запускать. Можно сюда вбить свои рекламные скайпы и без запуска скайпов рассылать людям сообщения. Вот, как мы видим, у нас два теперь, да? И переходим, например, давайте первую функцию выберем — рассылка. Выбираю второй скайп. И вот здесь на кружочек обновить. Он и эти контакты обновляет. И еще раз нажимаем, останавливаем. И вот первая функция — удалить серые контакты. Ого, 990. Skype Clean, кстати, их не видел. Замечательно. Если нажать на эту кнопочку «Удалить серые контакты», то, как видите, пошло удаление серых контактов. У меня очень много, Skype запущен, ничего. Заодно и хорошее дело сделаем. Ставил на паузу, чтобы вы долго не ждали. Нарвался на свой старенький Skype. Ну, может, и к лучшему. Примерно вы поняли, что один контакт удаляется в одну секунду. Если у вас 10 серых контактов, то за 10 секунд вы их удалите. Мне пришлось чуть-чуть подольше ждать. У меня их рекламных скайпов много. Вот как раз закончилось все, да? Удалить серые контакты — 0. Давайте сейчас еще раз обновим. На этот. Назад возвращаемся. Обновляем. Все нормально, 0 серых контактов. Вот рекламных скайпов много. Сюда я могу забить сразу 5 своих скайпов. У меня их штук 20, наверное. Но просили администрацию программистов, через недельку, когда будет выход обновления программы, они добавят сюда еще функции. Это парсер с чатов и рассылка по чатам. Тоже две хорошие нужные функции. И добавят сюда, чтобы функцию, чтобы можно было больше контактов, то есть скайпов своих вот сюда добавлять. Не 5, а там 10, 20, 30. Вот, и нам вот выдал информер: серые контакты удалены. Хорошо. Ну и после такого вы сами понимаете, что Skype Clean вот просто удаляю даже без разговора. Раз он это ничего не видел и не находил, мне такая программа не нужна. Дальше, кстати, рыбка, робосендер, сендер и все остальные тоже нажимаем удалить. Почему? Даже и задумываться не буду, потому что там доставка сообщений 10, максимум, ну, 20% сообщений доходят людям. Из 100 доходит только 20% сообщений. Здесь же 100% доставка сообщений. Итак, давайте перейдем к именно к рассылке непосредственно, да? Вот я запускаю, это мой обычный как бы скайп, в котором я работаю, а это вот на примере этого старенького рекламного скайпа, по которому сейчас сделаем рассылку, чтобы вы поняли, что там происходит в этом скайпе. Значит, что мы можем тут делать? Первое, видите сообщение? Давайте просто «Привет» напишем. «Привет». Дальше подпись. Если у вас одно только сообщение, да, вот тут нажимаете, и вы видите, что здесь будет добавляться автоматически подпись, что сообщение отправлено с помощью программы и ваша реферальная ссылка, чтобы вам капали денежки, если кто-то по этой ссылке тоже захочет себе такой вот рассылчик. Это очень хорошо и удобно. Но если вы, например, одно слово «Привет» пишете, то можно убрать эту галочку, и не будет идти подпись. Дальше смотрим контакты. Можно нажать «Разослать всем», и они вот здесь все отобразились. Можно сделать «Никому», они назад сюда вернулись, и выбирать вот по одному. Например, там Марго, Елена, Борис, там Андрей, Владимир. И вот кликайте, отсюда они пропадают и появляются здесь. Если вы кого-то лишнего нажали, вот Владимир, например, берете, нажимаете на него, отсюда он исчезает, возвращается сюда, да? Ну, а также можно там по имени написали, например, давайте всем Димам хотим. Дмитрий. Вот выдала два Дмитрия. Дмитрий Морозов, Дмитрий Золотухин, да, нажимаем плюсик, плюсик, и всем Дмитриям вот отправили, например. Ну, нажмем «Никому», обновим список контактов, один раз нажимаем, второй раз нажимаем, или же вот эта кнопочка «Перезапуск», который нам обновляет список контактов. Вот они все у нас появляются. И, ну, например, «Разослать всем». Мы всем сейчас отправим сообщение «Привет». «Привет».
После этого нажимаем на кнопочку «Разослать» и давайте посмотрим, что будет происходить. Загрузка. Профиль, вход Skype, обновление и пошло. Подождите 3 секунды. Теперь смотрите, 154 мой полный список и пошел первый контакт. Второй контакт. То есть раз в секунду то же самое, он отправляет сообщение. Давайте посмотрим, как это происходит в моем скайпе. Смотрите, здесь идет рассылка, а вот мой скайп, куда отправляется сообщение. Видите? Раз в секунду здесь появляется новый человек, которому мы отправляем. Вот так вот движется списочек, пока он не отошлет всем 154 моим контактам. Давайте на любого нажимаем. И смотрите, а мы галочку не убрали, да? Ой, стоп, секундочку. А, да, мы обновили вот здесь перезапуск, я невнимательно. И не убрал вот эту галочку. Теперь идет всем сообщение. Видите, привет, и сразу с подписью с моей реферальной ссылкой. Ну ничего, это я невнимательно обновил и не убрал галочку. Да, я невнимательно, а вы будете знать за то. А на что я хочу обратить внимание, смотрите, сообщение вот, да, идет, отправка идет, и они темненькие, то есть нет кружочка, который крутится, и сообщения не доставлены, как это в большинстве программ, практически во всех. То есть, получается, всего лишь сообщения доходят 20%, в лучшем случае, 20% отосланных контактов. И 100% только 20, вот такое вот будет черненькое, как доставлено, оно же доставлено, тут ничего не крутится, оно не серенькое. То есть, о чем это говорит? 100% доставка сообщений. Хоть он есть в скайпе, хоть его нет в скайпе. Хоть я этот скайп сейчас вообще потушу. Все получат мое сообщение. Единственное, ну это не очень корректно, конечно. Привет и сразу вот такая подпись. Если одно слово отсылаем, то лучше без этой подписи. Вот таким образом. На любого кликаем. И мы видим, что 100% доставка сообщений на любого, абсолютно любого. 100% доставка. Раз в секунду поступает сообщение. Причем в этот момент мы можем сидеть в другом скайпе и себе общаться о чем угодно, скайпы не тормозят, компьютер не тормозит, можно работать, эта программа никак не нагружает, ни скайпы, ни компьютер. Пожалуйста, в других скайпах сидите, работайте, даже в этом можете одновременно что-то человеку писать, отправлять, и сообщение пошло ему. Пожалуйста, не тормозит вообще скайп, вот дальше идет, рассылка продолжается. Как видите, и все доставлено. Ну, удалим. После того, как я увидел, что здесь 100% доставка сообщений, вот эти все программы можно смело удалять. Там нет вот такой вот 100% доставки сообщений. Это очень важно. Очень. Ну, давайте я поставлю на паузу, да, чтобы мы не ждали 154 секунды, это уйдет. Вот. Ставим на паузу, когда закончится, я продолжу. Закончилась рассылка, давайте посмотрим. Вот 100% то, о чем я и говорил, доставка сообщений. Видите, нет ни одного серого сообщения, чтобы крутилось колесико и оно было серое. Пожалуйста, абсолютно всем 100%. Ну и так далее, как видите.
100 с чем-то сообщений за 100 секунд отправилось, я в это время занимался другими делами, да? Давайте дальше сделаем так. Привет, как бизнес? Как бизнес? Уберем галочку. Вот тут, конечно, это. Нажимаем разослать всем. Все сюда добавились. И нажимаем на кнопочку разослать. Ждем 3 секунды. Причем, видите, тут вверху не запрашивает, да, подключение к скайпу. Еще раз повторюсь, скайп может быть абсолютно потушен, что мы сейчас и сделаем. Сейчас пойдет рассылка, вы увидите. Вот уже начинается идти рассылка. И поехали. Есть, да? Как бизнес. Вот наше сообщение. Следующий. Как бизнес. Елена, как бизнес. Вы видите, да? А теперь давайте усложним задачу. И просто-напросто смотрите. Мы выходим из скайпа, которому мы сейчас отправляем. И даже я со своего выйду скайпа, с рабочего. И давайте даже браузер потушим. Один браузер потушим, второй браузер потушим. Все. На данную секунду у меня, кроме Камтазии, запись с экрана, да, то, что я вам показываю, и этой программы, больше ничего на компьютере не запущено. Пустой рабочий стол, все скайпы потушены и все браузера потушены. Как видим, рассылка идет. Я ставлю на паузу и третье сообщение уже отошлю при вас и покажу, чем это все, так сказать, закончится. Ну и последнее сообщение. Само бизнес-предложение. То есть продаем программу, да? Обязательно ставим подпись. Почему? Эта программа будет продавать сама себя. Под ней заточена ваша реферальная ссылка. Очень важно, ставьте подпись. Обязательно. То есть вам сообщение, не надо никаких рефок, ничего вставлять. Она уже вставлена. И люди будут понимать, что вы продаете автоматически рассылщики. Они это будут видеть, что сообщение вы даже отправили с помощью его. То есть все наглядно видно. Нажимаем разослать всем. И нажимаем на кнопочку «Разослать». Ставлю на паузу. Ну вот, рассылка завершена. Нам пишет последнее сообщение, которое мы хотели отправили. Давайте запустим Skype, посмотрим, что у нас получилось. Мы это делали, напомню, при потушенном Skype. Запустился Skype. Сейчас подгрузится чуть-чуть. Отлично. Почистили серу, он прямо аж летает у меня. Бомба. Нажимаем, да, давайте во весь экран, чтобы было более видно. Вот, нажимаем, смотрите, привет. Единственное, тут я лоханулся, конечно. Вот это не надо было, галочку надо было убрать. Как бизнес, и дальше самого бизнес-предложения. Можно было написать привет, рукопожатие, потом уже как бизнес, потом вот это рекламное предложение. И потом можно в конце еще одно разослать, там, например, вам выслать видео и знак вопроса. И вот это бы, ну если грамотно рассылать, это надо было сделать по всем этим скайпам, да, всем разослать привет, потом всем рукопожатие, всем как бизнес и всем там, например, как дела. Вот, причем работает, сразу что хотел сказать, работает при любой версии скайпа, совершенно неважно, какая у вас версия скайпа. Как видите, всем то, что мы рассылали, всем сообщения доставлены. Если бы я рассылал это в нормальном своем скайпе, а не таком заброшенном, как вам сейчас показываю, то уже бы люди отвечали. И вот здесь, если бы я еще не лоханулся, то люди бы уже отвечали там «Привет», потом «Как бизнес? Нормально?», а потом раз им и вот такую информацию. Причем, видите, даже жирно можно выделять через рассылку. Вот, пожалуйста, 100% доставка сообщений. Причем при потушенном скайпе. Ну и последнее, друзья. Последнее, что хотел, но уже быстренько, как бы, да, добавить в контакты, как бы. Я думаю, здесь долго рассказывать не надо. Здесь вставляете вручную там 2-3 до 40 скайп-контактов. Вот, добавляете в очередь и нажимаете, они вас здесь отображают. Вернее, здесь вводите сообщение по умолчанию. Вот уже стоит даже «Добрый день». Кстати, не забудьте скайп какой, если у вас много, вот, например, вот в этот что-то добавить, да, и все, и добавить друзья. И поехали, и оно добавляет друзья.
Вот. Или же загрузка с файла. То есть нажимаете на кнопочку, выбираете у себя файлик. Окей, окей, и все. И пошло добавлять. Настройки тоже посмотрите. Есть кое-какие интересные настройки. Вот. И все, выход, перезапуск. В принципе, это и все. Можно добавить на данный момент до 5 контактов. Вот и все, что я хотел рассказать. Самое интересное из всего этого, что это стоит всего лишь $20. И лишних тут нет. Очень много каких-то непонятных функций, которые потом глючат и за которые берут очень много денег. Ну и пока я записывал видео, чуть-чуть баловался тут. Вот, как видим, уже какие-то переходы по реф-ссылке идут. Кто-то регистрируется, какие-то реферальные уже за что-то там капают. Это все, в принципе, можно посмотреть. В истории, в структуре здесь очень хороший и понятный личный кабинет. В принципе, это все. Если будут какие-либо вопросы, будет ссылочка на мою страничку Stalkerlandia. Здесь основной мой логин скайпа, не рекламный. И соцсети. Пожалуйста, добавляйте, спрашивайте. Я подскажу, расскажу, если кому что интересно. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Чейз.